Кьоски, Сазуни, Рэй. Что тут делает эта собака? Драстун, а ну забери ее! Ну, Константин, Константин, это не моя собака! Жулька, Жулька, а ко мне. Дамы и господа, на канале 1+1 вечерний Ургант! Дамы и господа, сегодня у нас в гостях обладатель пятого дана. Лучший тренер дзюдо Европа Константин Константинович Скаврибашвили. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы как главный тренер, что вы думаете о лагере? Лагерь неплохой. Дети получают в нем очень много опыта. И по шее, и по шее. Ого. Вспомните, пожалуйста, три самых ваших запомнящихся жизни. То есть не жизни, а вещи в жизни. Однажды я ученикам палку сломал. Было весело. Ого. А еще? Однажды пару ребят покрестил. Каких? Евреев! Каким образом? Ноги, ноги, море! Крещенные! Ну я такого способа не знаю. А третий? Третий что? Третий был. Ой, слышу, мне что-то тончики. Может, я ударю пару ручками? Ну, подруга, ну чешется, ну ай! Нет, спасибо, не надо. Я лучше потерплю. Как вы зашли с музыкой, так и выйдите, пожалуйста.